Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня начинаю снова свой домашний влог. Все как обычно, девочки, у нас похолодало, причем очень. У нас сейчас на улице 14 градусов, как видите, я в теплом свитере. Вообще, что-то вообще очень холодно. Мы даже сейчас с мужем включили отопление на первом этаже, потому что, ну, как-то вообще нереально холодно. 14 градусов, ужас, и идет дождь. Целый день сегодня обещают дождь. Это вот моя котеечка у меня на кровати. Сегодня всю ночь со мной спал. Обычно он, кстати, с детьми спит, с младшим моим. А тут сегодня ко мне пришел. А он все уходит за мной, мяукает и ложится сюда снова. Холодно, скажи, стало. Холодно. Пойдем на первый этаж. Там папа отопление включу. Что ты меня ловишь? Что ты вредная хозяйка? Вот так вот он мяукает у меня. Да, такой хороший у меня. Вот такой он. Не приставай ко мне. Не хочешь со мной лежать? Иди отсюда, да? Вот так вот. Сладкий мой. И хочу вам, девочки, еще показать свой заказ в Оперлик. Заказала я, ну, в основном бытовая химия. Мне очень нравится бытовая химия от Faberlic. Во-первых, заказала еще раз вот это вот средство для мытья посуды. Почему еще раз? Потому что предыдущего заказа я отдала сестре его. И очень нравится ей тоже, кстати, вот это средство, поэтому оно у нас всегда должно быть. Я его взяла снова уже для себя. Так, и вот такое еще средство концентрированное для кухонных поверхностей. На самом деле я им и мою пол на первом этаже. Очень хорошо отмывает, особенно на кухне, кафель вообще отмывает идеально. Я имею в виду полы, да. Ну и плюс помыть столешницу, если плита не очень загрязнена, да, раковину вымыть. То есть вот все вот это, вот эти средства очень хорошо справляются, не разъедает руки. В общем, классно, мне очень нравится. Так, и для кухни также взяла жидкое мыло, вот такое с ароматом земляники. Тоже мне нравятся жидкие мыла вот эти для кухни, действительно убирает все запахи с рук, очень классно. Так, снова вот эти вот порошки, мне они очень нравятся, девочки, вот эти вот классно все отстирывать, они действительно концентрированные, но так как я решила сделать заказ, у меня уже заканчивается жидкость для мытья посуды. Думаю, положу еще порошки, потому что, ну, они мне нравятся. Вот. И там была акция, в общем, два пятного водителя по скидке, что-то такое. Поэтому я взяла именно вот эту линейку, два пятного водителя. Ну, пятного водителя, девочки, у меня уходят вообще на ура. Вот. И совместно вот с этими порошками работают вообще на ура. Для белого и цветного, если добавлять вот в цветное белье, когда стираете, не вымывает цвет цветного белья, да, темного, и при этом удаляет пятна. Конечно, такие сильно застарелые пятна я обычно там застирываю, или какой-то вот спрей такой тоже у Faberlic беру, который для воротничков, но вот это тоже отлично справляется. Ну и, конечно, кондиционеры. Я всегда беру разные, не знаю, мне нравится. Вот такой супер концентрат орхидеи кашемир. Потом вот этот дыхание Прованса. Ну, самый больше, который мне нравится по аромату, это вот этот розовый бархат. Больше всего аромат мне нравится, но всегда беру разные тоже. Также два геля для душа. Очень понравились они моему, кстати, мужу. Вот этот Мехико. Очень понравился по аромату. Он действительно такой свеженький, классный. Вот. И старшему сыночку у меня понравился именно вот этот гель для душа. Вот. Так что ему тоже взяла два. Значит, и немножечко у меня здесь такой косметики, скажем так. Вот такой крем для рук взяла. Обычно я его обычно там на кухню или где-то лежит после мытья посуды, как раз вот на ручке или после уборки наношу. Тоже неплохие крема для рук. Вот решила такой ягодный, ну, летнее настроение, да, и тюбик такой яркий, мне нравится. Так, взяла еще вот такую помаду на пробу. Попробуем такой коричневый оттенок. Пакую я ее, поношу и расскажу, как мне понравилось, нет. Вот, и туши, то же самое, я их тоже попробовала. Вот эту я уже пробовала, это суперобъемная тушь для ресниц «Ваш Оскар». Слушайте, мне на самом деле понравилось. Она должна немножечко подсохнуть вначале, и потом она будет вообще классно красить ресницы. Поэтому мне она понравилась, и я ее решила повторить.
И у нее плюс вот красный, в красной упаковке она, ну, вытекает отсюда и быстро заканчивается. А вот это нет. Вот это реально надолго хватает, очень классно. Еще решила взять вот такую, попробовать просто объемную тушь, ваш фаворит. Она уже вот в такой, то есть это в глянцевый, это в матовый, да. Ну, в общем, короче, я решила по тушам пройтись от Faber Lic. И вот такую, я так поняла, что это новинка. Тушь для ресниц. Супер длина и объем, вот, то есть вот такая, тоже ее попробую, девочки, все вот эти туши попробую, тоже потом вам расскажу. Ну и еще каталог, я смотрю, тут будет вот такая новинка, не знаю, наверное, стоит попробовать красивые волосы по-японски, потому что я помню, раньше одно время покупала японские шампуни, вот, надо будет посмотреть, попробовать, может быть, ну, подумаю. Вот такой, видите, тут вот такой же получается шампунь и бальзам будет. Вот, по 379 рублей. Вот, а набор шампунь и бальзам всего за 599 рублей. Ну, можно попробовать на самом деле. Вот, такой прикольный каталог розовенький. Так что вот такой вот у меня был небольшой заказик от Faber Lic. Я вам, как всегда, все артикулы, ссылочку оставлю вам внизу в инфобоксе. Но бытовую химию очень люблю. Меня, кстати, вот спрашивают, я показываю закупки продуктов в ленте, а бытовую химию там не покупаю, потому что, ну, практически полностью, да полностью я перешла на Faber Lic. Мне очень нравится. Ну, у нас снова пошел дождь. Все как обычно. У нас то дождь, то солнышко выглядывает. То какой-то ветер непонятный, какой-то шквалистый или что. Июнь очень радовал на погоду. Было жарко, даже местами душно было. А вот в июле как-то совсем... Ну, в прошлом году, я вспоминаю, было, по-моему, то же самое. Надеюсь, хотя бы август будет теплый. Как-то хочется полежать, погреться на солнышке, но... Погода к тому не располагает совсем, даже и сыро, и очень прохладно даже в доме. Ну, а я между дождями, скажем так, успела собрать ягоды. Здесь у меня совсем-совсем, девочки, немножко ягод. Малина и земляника вместе я решила сварить. Я отдельно малиновое варенье уже варила. А здесь я решила, ну, как бы, скажем так, просто ягодное сделать. Совсем-совсем чуть-чуть у меня, но в последнее время я делаю какие-то печенья или булочки с вареньем. Моим мужчинам очень понравилось, поэтому я решила на зиму наварить. Ну, вот, грубо говоря, сколько есть. Чуть-чуть собрала, чуть-чуть сварила. В общем, так и буду все лето этим заниматься. У меня еще смородина спеет, красная смородина. Черная смородина, из нее тоже планирую сделать варенье. Ну, сколько получится, скажем так. Ну, вот, как вы видите, девочки, две баночки все-таки получилось. На самом деле, вот такое землянично-малиновое варенье. Земляника скорее у меня для объема, нежели для вкуса, да. То есть она больше малиновым отдает варенье. Ну и, конечно же, пенка, девочки. Кто любит пенку от варенья? Я обожаю. Я в детстве все время ее ела. Просто обожала ее. Не знаю почему, но пенка от варенья. Это, мне кажется, вкуснее даже, чем само варенье. Да, что с чаем я его обязательно съем. Вот, ну, вот такое вот две баночки у меня получились в мою копилочку варенья. Мужчина у меня просто так варенье не любит, а с булочками очень даже. Еще сейчас получила, девочки, заказ с Алиэкспресс. Заказала я своим мальчишкам. Правда, пришло... Ну, в общем, я поздно заказала, короче, надо было раньше заказывать на лето вот такие две одинаковые кепки. Но они у меня два брата, вот. Поэтому две одинаковые им кепки. Слушайте, им безумно они понравились. И мне понравилось очень качество. Единственное, что шло долго. Но не потому, что продавец долго отправлял, а застрял у нас на таможне. Вот. Это вообще мужские кепки, то есть не для детей, а именно для мужчин. Они подошли и, кстати, моему мужу. Он померил тоже. Вот, одна у меня, получается, старшему, и одна младшему. Я его вот так вот сильно подтянула, но и она ему как раз подошла. Младшему моему 5 лет. Вот. Слушайте, ну классные, смотрите, какие прикольные. Прям молодежные вообще кепки, очень крутые. Понравились, качество очень мне понравилось. И здесь еще вот такой значок. Ну, в общем, ну просто обалденные. Вот. И мне очень понравилось, как они были запакованы. Они были
шли в обычном мешке, и вот этот мешок, в котором они лежали, был надут воздухом. Сейчас я вам покажу, как было. Так что кепочки мне очень понравились, я вам ссылочку оставлю. Но шли долго, шли где-то 5-6 недель, наверное. Вот, но сами кепки классные. Вот, он младший у меня уже тут испачкал ее, но все равно очень прикольные. Моим мальчишкам прям безумно понравилось. Сегодня у меня прям такой сладкий влог, девочки, получается. Но как оно есть. Муж у меня приехал с работы, привез вот такой торт. Девочки, увидите, кто не на диете, обязательно попробуйте. Вот так вот выглядит упаковка. Это просто нереально вкусный торт. Обалденный просто. Очень, не скажу, что он похож на конфеты, но это такой просто безумно шоколадный торт с карамелью, вот с этой начинкой. Просто нереально вкусный. Увидите, обязательно попробуйте. Вот так вот он выглядит в разрезе. То есть внизу такое жидкое, сверху немножко орешки. И все это в шоколаде, это просто нереальная вкуснота, девочки. Вот, ну, я себе позволяю с кофе, почему бы и нет, днем, не на ночь. Можно себя иногда побаловать небольшим кусочком тортика. Но у меня еще мальчишки, вот, с удовольствием его поели, так что да, много мне не досталось. Еще хочу показать вам, я сейчас приготовила кабачки и в интернете нашла рецепт. Мне он очень понравился и, кстати, получилось очень вкусно. Но муж у меня кабачки не любит, племяннику очень понравился. Они мне, видите, немножечко подгорели, то есть нужно было все-таки минут 15. По рецепту 20 минут при температуре 180 градусов. Надо было 15 минут, чуть-чуть поменьше. Значит, здесь суть такая. Кабачок вы нарезаете, как вам удобно, обжаривайте, ну, с солью, да, с солью, с перцем, обжаривайте на сковородочке, потом выкладываете на противень, отдельно смешиваете нарезанные помидоры, зелень, яйцо, можно добавить майонез, у меня здесь майонеза не было, и сыр. Все это смешиваете, выкладываете просто сверху и ставите в духовку разогретую 180 градусов на 20 минут. Но в моей духовке надо было все-таки поменьше, минут 15. И тогда, видите, некоторые, которые были потоньше кабачки, они у меня немножечко так подгорели. То есть 15 минут просто, чтобы расплавился сыр. И они получаются нереально вкусные. То есть нет вкуса вот кабачка, а больше даже такое сырное что-то очень вкусное. У меня племяннику моему безумно понравилось. Вот, ну, муж как-то у меня, он сказал, да, вкусно, но он просто очень сильно не любит кабачки. Поэтому я их не выращиваю себя в огороде и крайне редко готовлю. Но вот племяшка мой съел с огромным удовольствием. Да и я тоже, потому что я кабачки, ну, тоже не особо люблю, но все же. Так что вот так вот на заметку, сейчас же сезон кабачков. Может быть, кому-то пригодится такой рецепт, но получается прям очень вкусно и ароматно. Аромат сыра такой стоит. И также сегодня мы будем делать шашлык. Тоже хочу с вами поделиться вот таким маринадом. Это у меня покупал как-то его муж в ленте. Маринад от Махеев. Это не реклама Махеев, это просто хочу с вами поделиться. Быстро очень маринует шашлык, и получается очень-очень вкусно. Чем дольше вы маринуете, тем более получается так вот больше специй ощущается. То есть от 30 минут до 120 можно мариновать. Это, знаете, такой вариант, когда сидели-сидели, а давай сегодня шашлыки пожарим, а шашлык не замаринован, да? И вот такой маринад очень, мне кажется, классный вариант сделать, да. Вот я как раз замариновала мясо, это у меня свинина, и получается действительно очень вкусно. У меня мариновалось где-то минут 40, и прям он такой немножко остренький получился. Если 120 минут, то мне кажется, вообще будет такой прям вот острый-острый. Вот, но я сильно острый не люблю, поэтому 40 минут, даже 30 минут вполне достаточно. Он очень хорошо прям мариновывать мясо, и очень такой ароматный, прям очень ароматный шашлык получается. Вот, так что сегодня у нас вот такой ужин. И на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было полезным и интересным. Оставляйте свои комментарии, всех люблю, целую, и до новых встреч!